Добрый день, меня зовут Елена Мозерест, я косметолог компании Джирелли, и сегодня я хочу представить вам новинку 16-го каталога, собственно говоря, не совсем новинку, потому что это вернувшийся после редизайна продукт из нашей косметики для дома, серии Оселя. Это средство для удаления пятен желтые и светлые. Многие из вас знакомы, безусловно, с этим средством. Хорошая, надежная, востребованная, поэтому вот украсилась, прошло редизайн и опять возвращается в наш постоянный ассортимент. Это средство, которое предназначено именно как пятновыводитель и именно пятен желтого и светлого цвета. Это пожелтевшие, загрязненные воротнички, манжеты. Это пятна жира, масла, яиц, майонеза, это белое вино, это молоко. Самое максимально эффективное это средство против пятен жирового и другого органического происхождения. То есть в первую очередь это жировые или органические пятна, светлые, желтые. Действует как против свежих, так и против застаревших пятен. Ингредиенты его, составляющие этого комплекса, проникают глубоко в ткань и забирают, убирают, растворяют пятно. Значит, что касается его преимуществ, что касается рекомендаций по использованию этого средства, преимущество его в том, что не надо дополнительно тереть руками. Это не ситуация, там, не знаю, с хозяйственным мылом, которая долго потом нужно тереть или щеткой. Здесь не требует вот этого усилия трения. Может использоваться для белых и для цветных вещей. Но, естественно, если цветная вещь, конечно же, мы всегда должны в незаметном месте, потому что часто это зависит не от средства, а в принципе от стойкости красителя на ткани, мы должны в незаметном месте аккуратненько проверить, как реагирует ткань, как реагирует цвет краски, красители ткани на средства. Подходит для использования как перед ручной, так и перед машинной стиркой. Очень удобно за счет того, что здесь вот без распылителя, вы знаете, что распылитель же он приходит. Для удобного нанесения непосредственно на пятно. Очень экономичное в использовании, здесь пол-литра, то есть это большой, это те пятна, которые действительно, особенно что касается воротничков, подмышками, у рубашек на светлых. Это то средство, которое часто, тем не менее, требуется очень, которое в хозяйстве должно быть. Это не для случайного какого-то редкого пятна, которого там крошечка нужна. Здесь действительно хорошее такое 500 мл упаковка, потому что это действительно, я же говорю, что частое в использовании. Не содержит хлора, не содержит фосфатов. Хлора и его соединений не содержит фосфатов, не содержит спирта, ароматизаторов, красителей и консервантов. Как мы его используем? Наносим средство на пятно, на нужный участок, буквально 3-5 минут держим и после этого стираем со средством для стирки. Даже если это застаревшее пятно, более какое-то там активное, крупное и так далее, не советуем держать больше 10 минут. Это уже, в общем-то, снижается эффективность. Лучше, если это не какие-то, я же говорю, действительно очень сложные, очень застаревшие пятна, то лучше потом это повторить. Но не так, что еще трошечки залишилось, и я еще почекаю, хай воно положить. Не надо. 10 минут – это самый максимум. Еще 3-5 минут вполне достаточно. Значит, и обязательно, что после использования средства, потому что средство активное, вещи обязательно нужно постирать. Опять-таки, это не это самое положили, нанесли, подержали 10 минут и потом, хорошо, и, не знаю, положили где-то. Значит, обязательно сразу нужно постирать вещи. Ну и то, что я сказала, проверить на стойкость красителей самой ткани. То есть приветствуем, кто новинку совсем будет только знакомиться и знакомить своих клиентов, кто уже испытанное, неоднократно покупаемое средство, которое, я же говорю, что пришло, вышло, вернулось в ассортимент, надо купить, чтобы дома стояло.
знакомим всех, знакомим ваших клиентов. Пользуемся. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания.